Малоимущим татарстанцам возместят стоимость приставок для цифрового телевидения. До 1000 рублей смогут получить многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, а также одинокие пенсионеры-инвалиды. Аналоговое телевидение в Татарстане будет отключено 14 октября. Бесплатные 20 каналов можно будет смотреть только с помощью цифровой приставки. Полоса препятствий, огневая подготовка, рукопашный бой – все это ждет ребят в военном лагере «Аврора» юный спецназовец. Республиканскую профильную смену открыли сегодня в Парке Победы. Лагерь 15-й год собирает детей ветеранов боевых действий. Смена работает под патронажем президента республики. Ровно 30 дней осталось до старта мирового чемпионата WorldSkills в Казани. Сегодня презентовали официальную форму волонтеров. Всего на соревнования привлекут 3500 добровольцев. Большая их часть будет работать с гостями и участниками мирового чемпионата, встречать, помогать с аккредитацией, транспортом и питанием.